закончился, мне надо идти. Поболтаем завтра. А мне некуда идти. Только мне стукнет 18, я сбегу от опекунов. Здесь все не настоящее. Здесь тоже. Даже мой лучший друг. О чем ты? Я был оскорблен. Скажи правду. Где ты живешь? На Марсе. Я тут родился. Да. Иногда мне кажется, что я тоже с другой планеты. Я хочу на Землю. Гарднеру 16. Он был лишен общения, но он в прекрасной физической форме. Его сердце не выдержит гравитации. Слишком рискованно. Это того стоит. Между ними сотни миллионов километров и чувство притяжения, над которым невластны пространство и время. Какое яркое! Эй, привет! Да пошел ты! Понял. Ты из другой школы? Почти. Эй, это наш аварийный кран для проводки класса. Ай-яй-яй. Классно! Итак, Гарднер, ты с Марса. Да, Талса. Моя мать была астронавтом. Она умерла, когда рожала меня. А это мой отец. Помоги мне найти его. Мне врали всю мою жизнь. Если что-то звучит как безумие, еще не значит, что это ложь. Что это? Просто лошадь. У меня в машине чокнут. Космическая история любви в фантастической драме «Космос между нами». 15 октября на телеканале «Барс». Гарднер, иди ко мне! Нет! Это моя жизнь! Человек. Что бы ни случилось, теперь я знаю, что это.